Ну, мы молодцы. Приготовили кушать. Слушайте, чашку поставила за километр от вас. Все равно в экране. Так, водичка, водичка. Водичку отодвинем. Будем кушать. Так, сейчас я все переставлю, подставлю. Чаек. Чаек с медом. Пусть остывает. Чаечек. Пусть и с ложкой здесь стоит. Так, далеко, да? Нормально. Стаканчик. Сюдыма. Такс. Вот наши кабачунчики. Такие красавчики. Ох! Полезные для разгона крови. Не хватает нам коньячку, да? Для полезности. Шпинатик. Да. Да, да, ты сиди дома. Кашка. Вкусный этот. Как он? Сметанный соус. Рыбный, вы знаете, он идет к этой каше, или каша идет к нему. Вот так сделаем сегодня. Видите, как? Под лицу все к лицу. Авокадинка. Авокадинка зеленоватая. Ну ничего. Куда ты? Ты куда? Ну, иди домой. Вот авокадо. И персик. Каша обалденная, не знаю, очень нравится. Очень нравится. Шпинат. Не знаю, кашу, наверное, съем всю кастрюлю. Да-да, не надо. Домой. Хреном. Обалдеть, хреном вкусно. Каша промытая, еще раз говорю. Очень вкусно. Что, ты будешь шпинат, да? Ой, большой листок. Вот тебе маленький, да, да. На. На. Иди сюда. Вот шпинат, кушай. Ест. Пошел, ест шпинат, ему нравится. Угу.
Тоже обедает. Ага. Ну. Придется листочек еще оставить ему. Вест. Еще листочек надо ему оставить. Боже, ты меня объедаешь. Оставлю тебе листочек. Отложу, чтобы не скушать. Не знаю, от нее поправляются, да, от этой каши. Кашу я уже съела. Нужно подсыпать. Кушает шпинат. Вот говорят, слушайте организм. Организм захотел перловой каши. Наверное, ж не зря. Это как собака траву ест. Так и я. Гречка, она не полезная. Гречка просто едят люди от безысходности. По заболеванию. Тревога. Без конца. Ну, вроде бы не слышно было, что бахали. Читала я в интернете, что вот это кто убегает в Румынию через вот эту Тису, переплывает. То если видят уже пограничники, что они не догонят, открывают огонь. Хотя, говорят, нельзя открывать огонь на той стороне. Это ж уже другая страна. Уже много людей так погибло, говорит. Ну так. Так, ну что ж за рыба? Так, иди сюда. Я буду кушать. Рыбку будем кушать. Угу. И колючки нет. Без колючек, а бока все равно, что эти колючие. Отличная. Раньше не хотели есть в школе и в садике. Очень вкусное белое мясо. Мне там писали, что добавить в перловку грибы с луком. Я не люблю такое. Я или со сливочным маслом, или вот так.
Я люблю простые блюда. Замудренное мне не нравится. Отварила, протушила. И все хорошее. А потом писали мне этот. Что вы кашу горелую ели? Да-да, я плохого есть не буду. Вы меня плохо знаете. Я ем все вкусное и хорошее. Я плохого есть не буду. А ну как-то сгорело в дом казане. А каша не была горелой. Она не пахла. Те, что подгорело, я выбросила. Если было плохое, я всю выбросила. А так я видела, что она хорошая. Так что, вот так. Я кушаю простое, но все вкусненькое. Мне нравится отварное. А как вы? Вот пойдите к врачу и спросите, если вам нужно диета или там правильное питание. Она вам скажет, варите, ничего не жарьте, бросайте все в кастрюлю. А вы мне пишете, что это плохо. Это все хорошо. Рыбка обалденная. Меру соленая, но надо было еще без соли все делать. А я же испугалась, думаю, вдруг не будет вкусная каша без соли. В общем, можно все делать смело без соли. Очень вкусно. Фек вкусный. Ну, вы знаете, вот эта упаковка попалась свежая. Исправился в Эладис, а то было такое, все разлазилось. Он не свежий, а это хорошая. Ой, очень вкусно. Надо и каши добавить. И рыбы. А как же похудение? Вот это ж надо знать норму. Я думаю, что норму я съела. И больше запихивается прямо этим листом. Угу. Да. Журчит, запихивается. Ням-ням. Ну. Диета работает. Моя диета лучше. Так что у меня берите диету. Слишком мало получаем финансов, чтобы кушать невкусное и плохое. На такие финансы только вкусное. Потому что нет лишних денег. На, Боже, тебе еще один листочек. Прямо так ест, что за зеленью надо идти. Нету зелени.
перышки от этого. Вот рыбы перышки. Угу. А соус нужно выпить. Угу. Вкусный сметанный. Кстати, сметана малакия очень хорошая. Буду брать, но она дорогая. Она дороже там на рубля 3 или 5 простой сметаны. Малакия вкусная. Так. Здесь вырезали тарелку. Я думаю, еще надо подзакусить кабачочками. Ой, вот такая красота. И я звездочка. Вот эти кабачки взяла. Так представьте себе, что они старые, уже в них зернышки. То ли это наша степлица. Так, хватит, это ничего не останется. Очень вкусно. Так. Борщичек, это твое. Так, что у нас тут? Нектаринчик скушал. Будешь? Да. Нет, не наш. На тебе, с этой стороны. Да. Нет, кислая не хочет, наша есть. Ну, спелые. Но. Это выросли где-то или хранились. А? Ой, все вкусно, боже мой. Какая вкуснятина, какие мы молодцы, сколько наготовили. Все вкусное, все поели. Еще каша на один раз, рыбка на два раза, кабачки тоже на два раза.
Короче, все на день. Ну что такое? Что не сделаешь, все за день поешь. А деньги-то не пробавляются. Ну что ты будешь делать, а? Чайком запьем. Чего ты орешь? Да. Пить чаек надо. Куда ты хочешь? Ты маму хочешь? Мой сестра ты моя. Борщик, ты что, мины бросаешь? Уже там надо пол убирать за тобой. За твоими минами. Ты стал старый сирун, как бабки. Не держится у тебя, надо трусы из памперса сам кусаешь. Обед класс. Но это у меня и обед, и завтрак, и ужин. Пока поедим, потом будет следующее. Не, у меня еще супик есть. За суп, как начали писать. Не такой, что это? Как не такой? Вы что? Вы посчитайте цену этого супа. Перец капи. Перец вот этот израильский жирный. Луковица, морковка. Две картошки, кусочки кабачка, два помидора свежих, хороших, сладеньких. И что там еще? А, и зелень, петрушечка. Это сколько этот суп стоит? А, еще же этот сырочек плавленый один. Чем плохой этот суп? Вы че? Ребят, не цените жизнь. Вы, ребятушки, такого не говорите. Суп очень вкусный, очень вкусный. Сырка можно было больше добавить плавленого, было бы еще жирнее и вкуснее. Но хватит. Обед калорийный. По калориям, наверное, кушать только вечером нужно. В обед не кушать. Чай я пью только свежий. В эти заварники не завариваю. Я свежий насыпала, залила. Вот. Всем спасибо, кто был со мной. Не забываем ставить лайки. Не забываем писать комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. Подписываемся на канал и нажимаем на колокольчик. Всем огромное спасибо. Пока-пока.